Как вы заметили, у нас на факультете очень мало парней, поэтому у нас дефицит мужского внимания. Мама, когда я рядом с ним, не забывай. Я что, попал на конкурс красоты? И кто же здесь из вас самая красивая? А можно следующий вопрос? А кто хочет быть моей девушкой? Что? Совсем никто не хочет? Я тут подумала и решила, что я здесь самая красивая, так что я буду твоей девушкой. Я так и хотела, чтобы ты была моей девушкой. Подожди, так я тебе нравлюсь? Ну да. Чувак, френд-зона. Подожди-ка. Я не поняла, с чего это ты решила, что ты здесь самая красивая? А мы что, с девочками здесь курицы? Да, девочки? Да. Тихо! А ты чё разумничалась? Сейчас я вообще всем расскажу, что ты в сельхоз хотела поступать. А я всем расскажу, что тебе айфон не папа купил. А кто? И вообще, подошла сюда. Вообще не аргумент. Не-не-не-не-не, ну, девочки, давайте будем смотреть объективно. Аргумент. Ах, так? Тогда я выгоняю тебя с команды. С чего это? Ну, во-первых, тварь ты. А во-вторых, первого достаточно. Я тебе это еще припомню. Нин, можно мы уже начнем? Можно. Спасибо. И мы начинаем. Разбежались! Итак, представьте, преподаватель танцев, который в школе не учил математику. Так, мои хорошие, на места. На счет начали. И А, Б, В, Г, А, Б, В, Г, А. Золушка после бала в неблагополучном районе. Ага! Попалась, Золушка! Кто здесь? Я? Ты маньяк? Да! Сюда иди! Каждый хоть раз находил деньги на улице. Итак, представьте. О, денежка! Не свести денег не будет. Любовь с первого взгляда. Это не хочется уже. Добрый день. Вы смотрите Индия ТВ, программа «Жди меня». С вами Эльвина Капур. И сегодня я бы хотела рассказать вам историю о сестре, которая столько лет ищет своего брата. Я уже 7 лет танцую без своего брата. Путь домой, как вы его потеряли? Мы были в метро, он в танце зашел в вагон, и он вез его вдаль. Мы с мамой обзвонили все танцполы. А спонсор нашей программы – грузинская Лечо. Ну, знаете, мы нашли вашего брата. Все это время он был с вами. Где? Я его не вижу. Да вот же он. На самом деле, ваш брат – это ваша сестра. У тебя же в детстве были усы.
играть в конце. Парни ввели в моду носить брюки. Мы тоже начали носить брюки. После этого парни начали носить кроссовки. Мы это за ними повторили. Ну а сейчас в моде отращивать бороду. Я как-то побаиваюсь за свою команду. С вами была команда по Фрейду. Спасибо. Я же твоя душа.